Это все вы получаете на своих полях, да? Капусту, конечно. Морковку. Во всяком случае, ее состояние вот сейчас при хранении хорошее. Она сейчас еще пролежит месяц, а да. Цена вырастет. Да. Это только благодаря холодильнику. Ну да. У нас сейчас вот такие контейнеры стоят. На улице прям много. Они колотили, прям сразу колотили, на что отправляли. То есть очень сжатые сроки надо было создать. Важности досок может быть.